понедельник в Самарской области облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь, плюс 11, плюс 13 градусов днем, ночью 6-8 выше 0. Западный ветер 4-6, порывы до 15 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, днем плюс 12, ночью 8 с плюсом, западный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти облачно, возможен дождь. Днем плюс 13, ночью 8, выше 0, западный ветер 6 метров в секунду. В Самаре переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем плюс 12, ночью плюс 6, западный ветер 5 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 61%. We'll be right back.